Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. А сейчас я собираюсь уходить. В чем я одета? Это вот такая вот легкая, совершенно легкая блузочка. Вот она у меня без рукавов. И шортики. Шорты это тоже в Киеве когда-то я брала. И ремень тоже одела. Стрейджевый такой материал, в общем-то. Очень удобный. Вот такие вот шортики. И сбоку с разрезиками. Ну, туфельки у меня уже старые, вернее, у меня босоножки сегодня. Это Эко. Я показывала года два еще назад их, когда покупала, по-моему, тогда и показывала. Очень удобная обувь. Вообще, Эко я всем всегда советую, потому что это не обувь, это сказка. Вот, дорогие мои, что еще? Ну, вот такой, как полуспортивный, но не спортивный вид. Дальше. На шее я ничего не одела, девочки, потому что, хотя очень люблю на шее что-то одевать, потому что здесь вот такая вот штучка, и это, сейчас я увеличу, вот видите, рисунком идет. Мне нравится эта блузка, потому что она уже вот здесь вся вот такими красными, белыми, как бы нитями, как бы штрихами полностью покрыта. И прямо посерединке вот такая вот штучка идет. Красненькая, беленькая, серенькая. Поэтому уже будет лишнее. Если что-то добавить, будет просто лишнее. Дальше. Дальше сережки. Сережки у меня подходят под вот это колечко. Сейчас я увеличу, чтобы было видно. Вот. Ну вот колечко видно, да, по-моему. И сережки тоже видно. Это серебряные сережки с красным камешком, с рубинчиком. И по бокам здесь у меня циркония или фианиты. Очки, ну обязательно очки я одеваю, вот такие вот, и подарок моего сына, кораллы, колечко тоже у меня коралловое, вот так вот, сумочка Висконти, это сумка у меня, сумка-рюкзак, то есть я как-то показывала, что можно вот так вот носить, вот так вот, вот таким вот способом, как рюкзачок, можно даже на два плеча, на оба плеча. Но я предпочитаю эту сумочку носить.